Здравствуйте, дорогие мои друзья и гости моего канала. Хочу рассказать о розах, которые есть у меня на даче. Вот эта роза парфум. Я не один раз ее показывала. Самая стойкая, самая жизнеспособная, если можно так сказать. Перенесла и засуху, и дожди. Сегодня 14 октября. И смотрите, как она смотрится. Ничего не подмерзло. Цветочки. Вот какие красивые. И целое лето она цвела. И очень пахнет. Аромат такой прям как духи. Не зря ее называют роза парфум. А вот эта роза Анастасия. Посмотрите, какая красивая. Она выросла меньше размером. Посажены эти все розы были в один день. Вот тоже устойчивая, к морозу устойчивая, потому что у нас были приморозки минус один. И вот она такая красивая, еще цветет. А вот роза Клео. Она желтая, с таким оранжевым оттенком. Ну, она немножко требовательна к почве, к удобрениям. А так тоже красивая. Вот какая красота. Напомню, сегодня 14 октября. А вот роза Шарль де Голь. У нее такой красивый цвет. Сиреневый, необыкновенный цвет. Но она очень такая к морозам неустойчивая, к засухе неустойчивая. Вот такая. Очень красивый цвет, но требовательно к удобрениям, к поливам и к погодным условиям. Она немножко переболела после приморозка. Вот такие розы новые. У меня есть еще несколько роз. Но эти новые розы. И я смотрю, какие у нас в Западной Украине самые больше устойчивы к приморозкам и к погодным условиям. К засухе. Ветрам. Вот эта роза парфум, самая более устойчивая. Посмотрите, какая красота. А аромат до сих пор. Очень вкусный аромат. Красота. Смотрите, какая она высокая вымахала. 1,50 м. Все розы хорошие, только одна роза. Немножко как бы нужно ее укрывать и лучше удобрять. Еще одна роза в моем саду. Эта роза была подарена нам на 8 марта. В горшочках была подарена. Там было по 3 штучки. Выжила только одна розочка. Маленькая, высотой примерно где-то так сантиметров 40. Вот какая красота. Спасибо нашим мужчинам, что сделали такой подарок. Очень красиво, не знаю, как называется, но прижила, зиму пережила, потому что это второй год уже она растет. Она цветет целое лето. Вот такая труженица. Маленькая, да, удаленькая. Хочу ее посадить к высоким розам, просто как дополнение к ансамблю. Очень красиво. Вот такие розы у меня есть в саду. Приглашаю подписаться на мой канал. И вы увидите еще много-много чего интересного. И услышите. До свидания.